съемочная группа телеканала CBC в Самарканде, во второй по величине и численности населения город Узбекистана. Мы прибыли для того, чтобы осветить международный музыкальный фестиваль «Шарк Тараналяри» – «Мелодии Востока». Ну и, конечно, не упустить возможность увидеть сам город. Пару слов о международном музыкальном фестивале «Шарк Тараналяри». Фестиваль проходит раз в два года в Самарканде на площади Регистан. «Мелодии Востока», так переводится на русский название мероприятия, учредили в 1997 году. В 12-м по счету фестивале приняли участие около 80 стран, в их числе Азербайджан. Каждый раз наша страна оказывается в списке лидеров. Этот фестиваль не стал исключением. Первое место занял молодой ханенде, исполнитель Мугама Первиз Гасымов. И начинаем наше путешествие по Самарканду с главной площади города, с площади Регистан. Это место переводится как «место, усыпанное песком». По поверью, здесь когда-то протекала речка, которая затем высохла и образовалось много песка. Супруга эмира Тимура решила здесь устроить торговый центр. Торговые ряды здесь располагались, так как по Самарканду проходил великий шелковый путь. Со временем, когда к власти пришел Мирза Улугбек, он решил превратить площадь Регистан в центр образования, науки и культуры. Медресе Улугбека – самое первое строение на площади Регистан. Есть сведения, что внук эмира Тимура лично принимал участие в строительстве. Медресе могло принять до 80 студентов. Здесь они изучали математику, астрономию, арабский язык и религиозные предметы. Медресе Улугбека появилось на площади Регистан в 15 веке. Двухэтажное строение с внутренним двориком построили за 5 лет. Медресе очень быстро стало одним из самых престижных университетов мусульманского Востока. Подумать только, в этих стенах образование получил великий поэт и мыслитель Алишер Наваи. Медресе Шердор – обитель львов. Это второе строение на площади Регистан. Свое название медресе получило из-за снежных барсов, которые здесь нарисованы с солнцем на спине. Это символ власти Самарканда. Медресе построили по образу и подобию первого медресе Улугбека, но сделали более помпезным. Вы это можете видеть по куполам, которые здесь установлены по сторонам. В погоне за красотой архитекторы забыли о пропорциях. Неустойчивость огромных куполов разрушала медресе. По поводу снежных барсов легенда гласит, когда закладывали город Самарканд, с гор спустился леопард. Величественно побродил вокруг стен построек и удалился обратно в горы. Жители Самарканда решили, что царь зверей одобрил их действия и с тех пор начали называть себя барсами. Поэтому изображение барсов в Самарканде можно встретить повсюду.
Медресе Тель-Акари, покрытое золотом, самое последнее строение на площади Регистан. Правитель Самарканда сделал так, чтобы специальное медресе сочетало как учебное заведение, так и мечеть. Медресе получило свое название от того, что здесь использовалась техника кундаль, то есть росписи покрывали золотом. По неподтвержденным данным, здесь было использовано 16 килограммов золота. Несмотря на то, что медресе Тель-Акари мы посетили ранним утром и в его стенах практически никого не было, зайдя в мечеть, я как-то машинально перешла на шепот. Воображение поражает потолок мечети Тель-Акари. Умелые мастера золотую роспись нанесли так искусно, что создали так популярный сегодня 3D-эффект. Смотришь на роспись, складывается ощущение, что потолок куполообразный, а на самом деле он плоский. В очередной раз убеждаюсь, все новое – это хорошо забытое старое. Не менее знаменитый и интересный архитектурный памятник Самарканда – это мавзолей Гур-Эмир, усыпальница тимуридов. Именно здесь похоронен эмир Тимур. Первоначально мавзолей был построен для любимого внука эмира Тимура Мухаммеда Султана, который погиб в возрасте 27 лет. После смерти Мухаммеда Султана эмир Тимур был безутешен. Он приказал немедленно приступить к строительству мавзолея для любимого внука. Эмир Тимур не дожил до завершения строительства. Усыпальница была готова во время правления другого внука эмира – Улугбека. Мавзолей сегодня считается шедевром исламской архитектуры. Не менее роскошно внутри усыпальницы тимуридов. Мавзолея, стены покрыты ониксом, золотом, а потолок имитирует звездное небо. За мраморной оградой здесь расположены нефритовые надгробия. Прямо в центре черного цвета это надгробие эмира Тимура. Он пожелал именно быть похороненным в ногах своего духовного наставника. Здесь же рядом с ним покоятся его сыновья и внуки. Но это все сделано просто, чтобы мы видели, а сами могилы, захоронения, они расположены ниже, в подземном склепе. С гробницей эмира Тимура, которая, как оказалось, не черного, а темно-зеленого цвета, просто из-за внутреннего освещения мавзолея возникает такая путаница, связана легенда. Она гласит: если прах завоевателя будет потревожен, то начнется кровавая и страшная война. Гробницу вскрывали в июне 1941 года. Спустя несколько дней началась Вторая мировая война. Невероятной красоты архитектурное строение комплекс Шахи-Зинда. Здесь расположены 11 мавзолеев. По преданию, именно здесь похоронен двоюродный брат пророка Мухаммеда Кусама ибн Аббас. Шахи-Зинда так и переводится – «живой».
Шахи-Зинда большинство посетителей привлекает волшебной лестницей. Мемориальный комплекс Шахи-Зинда ведут 40 ступеней. По преданию, пройдя их, ты можешь очиститься от грехов и исполниться твои желания. Но для этого необходимо, чтобы количество ступеней, когда ты поднимаешься и снова спускаешься, совпало. Но здесь заложен более глубокий духовный смысл. Вы можете видеть, каждая лестница, она немного широкая. Это было сделано для того, чтобы паломники, когда поднимались к мавзолею, останавливались на каждой лестнице и в течение дня молились. Только после прошествия 40 дней они имели право вступить уже на границу мавзолея. Я не стала считать ступени, так как уверена, что здесь заложен именно духовный смысл. Следующий пункт остановки в нашем путешествии по Самарканду – это мечеть Биби-Ханым. Мечеть Биби-Ханым – грандиозная соборная мечеть Самарканда. Ее еще и называли «пятничной». Существует множество легенд, связанных с ее строительством. Самая распространенная – ее построили по приказу эмира Тимура в честь его любимой жены. Биби-Ханым так и переводится – «старшая жена». Мечеть Биби-Ханым задумывалась как сооружение, которое должно было намного превзойти все аналогичные постройки. Однако средневековые мастера не владели необходимыми для строительства столь масштабных зданий технологиями и материалами. И к тому же они не учли риск сейсмичности. Мечеть Биби-Ханым еще при эмире Тимуре стала разрушаться, и на головы молящихся сыпались камни. Хочу вам рассказать и красивую легенду по поводу строительства мечети Биби-Ханым. Согласно ей, мечеть построила именно Биби-Ханым для своего любимого супруга эмира Тимура, чтобы после возвращения из очередного похода он увидел это грандиозное сооружение. Для этого Биби-Ханым торопила строителей. Архитектор влюбился в свою заказчицу. И для того, чтобы завершить строительство в срок, он попросил позволения у Биби-Ханым поцеловать ее в щечку. Биби-Ханым ничего не оставалось, как согласиться на заявление такое от архитектора. Стоит ли верить этой легенде? Не знаю. Но здание для того времени построили за рекордно короткий срок – почти 5 лет. И эмиру Тимуру мечеть не понравилась, и он повелел арестовать вельмож, руководящих строительством. Через дорогу от мечети находится мавзолей Биби-Ханым. У здания нет главного фасада, и, судя по расписному декору, его пристроили к комплексу Биби-Ханым. В склепе размещены мраморные саркофаги. Когда их вскрыли в первой половине 20 века, то там обнаружили останки двух богато одетых женщин среднего возраста. Возможно, что одна из них и была Биби-Ханым. Посетить Самарканд и не побывать на базаре – это значит упустить одно из самых интересных приключений. Восточный рынок – это особая среда, где лучше всего можно ощутить атмосферу древнего города. Мы сейчас на территории известного Сиапского рынка. Он в вашем распоряжении с 5 утра до 19:00, до 7 вечера. Сейчас мы узнаем, что можно купить в Самарканде.
Сиапский базар расположен рядом с мечетью Бибиханом, поэтому мы так быстро до него добрались. Правило восточного рынка – обязательная дегустация, если это съедобное. Примерка, если покупаете одежду, и, конечно, символический торг. Меня ноги, вернее, аромат унес сразу к торговым рядам, сплошь покрытым национальными сладостями. Только послушайте, как звучит. Халва, молочная нуга, рахат-лукум, казинаки. Очень сладкая. Это вкусно. А сколько она стоит? Спасибо большое. Дыня сушеная. Меня было не остановить. Покупала все подряд. От восточных сладостей перешла к одежде, национальный головной убор, яркие шелковые платки, затем сувениры и керамика. Ощутила себя узбекской красавицей. Если окажетесь в Самарканде, обязательно посетите мавзолей имама Аль-Бухария. Он расположен недалеко от Самарканда, в 30 километрах, в местности под названием Паярик. В комплексе в мавзолее имама Аль-Бухария расположены мечеть, музей, а также гостиница для ученых, которые изучают Коран. Мемориальный комплекс имама Аль-Бухари занимает площадь около 10 гектаров. Основные архитектурные элементы группируются вокруг прямоугольного, почти квадратного двора. Вход – это одноэтажное здание со сквозными арками. Мавзолей имама Аль-Бухари считается одним из главных мест паломничества в Узбекистане. Считается, что если в течение одного дня вы также посетите мавзолей Рукабат и Шахи Зинда, то совершите малый хадж. Имам Аль-Бухари считается одним из самых великих богословов Востока. За всю жизнь он собрал 600 тысяч хадисов. Это предания из жизни пророка. Более 7 тысяч он признал безупречными и объединил в одну книгу, которая считается второй по значимости после Корана. Наше путешествие затянулось, мы изрядно проголодались. Самое время попробовать настоящий узбекский плов. Готовят его исключительно в обеденное время, потому что очень калорийный. Всегда мечтала не только попробовать, но и поучаствовать в его приготовлении. Для настоящего самаркандского плова вам понадобится много моркови, рис, мясо, горох нут, вода, перец чили, чеснок, специя кумин, зира, соль и только не упадите, на килограмм риса 1 литр подсолнечного масла. Чаще всего используется хлопковое или льняное. По моим наблюдениям, сложнее всего справиться с морковкой, которая очень крепкая и требует неимоверных усилий, чтобы ее правильно соломкой нарезать. Но в итоге вы получаете вкусный, сытный и сочный полноценный обед. Очень вкусно, правда. Мы завершаем наше путешествие по Самарканду у мечети Хазрат Хызр. Ее построили недавно, но на фундаменте самой первой мечети Самарканда, археологи подтвердили, это относится к XI веку. Святой Хызр по преданию всегда исполнял желания достойных, покровительствовал странникам, а также посылал плодородие и урожай, и желал каждому встречному удачу. Ну что же, чтобы удача сопутствовала вам и нам, и встретимся с вами в наших следующих